В рамках реализации партийного проекта «Новая школа» и партийной акции «Собери ребенка в школу» одинцовские партийцы приняли участие во всероссийской акции «Книги Донбассу». Также руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев приобрел для 8 школьников, временных переселенцев и беженцев из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий рюкзаки и все необходимые канцелярские принадлежности. Ранее Вячеслав Киреев помог этим семьям с трудоустройством на своем предприятии и предоставлением жилья в общежитии.